Так, все, начали? Ну ты будешь говорить что-то? Нам же нужно все время что-то говорить. Мы реальные мобильные дебилы, дауны, потому что когда на улице 2022 год, по-моему, или 2202, кто живет в Украине, вот, то как бы мы играем в мини-игры. Ну давайте вы, товарищ, расскажите, в чем суть? Ну, давайте, во-первых, без имен попробуем, товарищ Павел. Давайте сохранять анонимность хоть какую-нибудь. Да не-не-не, я хочу, чтобы тебя взломали. Так. Так. Что ты хочешь сказать насчет данной игры, как настоящий киберспортсмен? Как настоящий киберспортсмен насчет данной игры? Я могу сказать очень много. На самом деле ничего я сказать не могу, игра довольно примитивно сделана. Основная суть у нас в чем? Тупо забить вражескую команду забить. Про. А, лут! Да лут вообще полное дерьмо, я не знаю, я такого лута плохого еще не видел. Одно золотое яблоко вместо классических трех. Может, на врагов сразу идем? Так давайте, я уже побежал, товарищ. У кого не так, соболезную. А, кстати, помогай, 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 Паша, помогай, Паша. Но это не интересно, мне больше интересны вещи. Паша, да на меня напали. Так, если на тебя напали, я, наверное, надо... А стоп, а что я делаю? Надо ж смело. Задудосим все. Он скидывает вещи, он скинул мне свои вещи. Вот что значит... Вот что значит запугивание. Мы так запугали его, что он сразу сдался. Кстати, а у тебя лука нету случаем? О, нет, конечно, у меня нет лука. Это довольно обидно. 17 стрел, 17 стрел и ни одного лука. Представляете, уже 27 стрел. Ядрить-мадрить. А где ж лук? А вот ты ядрёк потом, ядрить-мадрить. Ядрить-мадрить. Так, ну погнали в центр, как обычно, как уже делали, пойдем на башню центральную. Смотри, а там кто-то вон сидит. Такие бывалые чуваки. Я их закидываю снежками. Ничего себе, мы в снежки играем. Да. Бим-бада-бум-бада-бум-бада-бим-бада-бум. Помогай. Он убегает? Потому что он спрыгнул, он очень умный парень оказался, он спрыгнул и... Почему он мне по лесу? Что? Тебя сверху подстрелили? Не-не, а ты можешь универсак сделать? Или закрыть меня, прикрой меня, чем? Я хочу сидеть. Я вообще защищен. Классные шмотки. Это ты. Извини, я тебя не узнал. Не признали меня. Если вы будете где-нибудь в присядке, будет вообще хорошо, кстати. Интересный факт. Я не умею крафтить присядки. Хитрить, мадрить. Ладно, я пока держу оборону. Я вам начну кричать, если на нас нападут. Я вижу, вы очень умный в интеллектуальных способностях. Я гений, мне дверь, я дом тут построю себе, да, конечно. Так, давайте, Паша. Меч? Ты... Это вы мне? Ты очки пробовал носить? Ой, тут, кстати, чуваки идут, мне кажется, они не самые добрые на свете. Что ты сделал, чел? Что ты сделал? Смотри. Мне кажется, нам надо бежать. А вон, нападают. Давай, забиваем, 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 забивай. Я проиграл, капец. Ты что, чуваку, который в паутине проиграл? Да нет, меня, оказывается, заняли. Прикинь, вот в Майнкрафте стоишь, идёшь, а оказывается, заняли тебе спину. А, чел, молодец, напал на меня с одним, с полтора сердца. Молодец. Умный парень. Ты кто? А, вы еще двое. Ну, нас зажали, интересный факт. Да. Но нас забили. Вы видели, сколько могил? Вы видели, сколько могил в центре? Это, кстати, самая классная карта. Блин, такая классная. Да, вот, кстати, надо, наверное, уточнить в ролике то, что мы будем еще, наверное, записывать с товарищем Антоном, который, возможно, позже подключится к нам. А по именам нельзя
Ну, вообще-то мы уже назвали друг друга уже как 3 раза. Да. Ну, давайте уже, чтобы все знали. Никто ж не знает, кто есть кто. Так что анонимность сохраняется. Практически все, вы знаете обо мне. Я довольно открытый человек. Так, хорошо. У вас... Это такие достаточно такие качественные игры. Есть такое. Надеюсь... Вот я, кстати, очень надеюсь, что звук хорошо запишется. Потому что если вас будет слышно, как... Это будет некая ситуация. Ну, ты, может, не познаешь, это поставить громкую музыку и типа... Степ. Так. Ну, давайте. А, у меня стрелы есть. О, у меня стрелы есть. У вас лук, у меня стрелы. Ну, это же логично. Интересно, вот они на нас смотрят. Что они хотят нам сделать? Чел, ты хочешь построиться? Хорошая идея, я мужик. Я не знаю, он какой-то странный. Он что-то хотел мне... Он паспорт хотел предъявить. Он мне угрожал. Он хотел предъявить он вам паспорт. Что будет со мной. Бояться чего. Я, кстати, построился, интересно. Я богатый, что могу алмазы без скидок. Прикинь, вообще, нет, это... Он скинул алмазную броню? Ну, что ты тут делаешь? Смотрите, ребят, вот так вот строится, ну, вот вообще нельзя. Вот какой-то вообще бомж, если с ним играешь, что-то вообще играть не умеет. Вообще... Так вот строится нельзя, если вы будете играть в... Чувак, дверь ломает, подожди, чувак. Как я, вот тут видео. Чувак только что дверь пытался сломать. Нет, он дверь пытался сломать. Он стоит, стоял дверь. У него определенно были другие планы на жизнь ему. Определенно. Его задавила дверь, вот ужас. Ого, кто-то богатый из кирпича строится, ничего себе. Я предлагаю нам... О, динамит. Я предлагаю нам на дальнейшее будущее вам найти зажигалку. Как я понимаю, того, кто строился кирпичами, скинули на данном моменте. Строится на центр? Я думаю, можно. Вот так, ребят, надо строиться. Господи, Антон Козлина, знаешь почему? Он только что специально написал сообщение плохое. Написал, пора брить жопу. Нет, вообще-то, я еще жив. Ну, я могу сказать, что не... Я не... За тобой бежит человек. Он встал на месте, чтобы покушать яблоко. Давай еще. А, он убежал, кстати. Я его почти скинул просто. Ой, ну, дуд, ну не надо по мне стрелять. Ай. Чувак, я твоих чуваков скинул. Да, вижу. А это который быковал на нас вначале. Спускайся вниз, помогай, давай. Я пока отбегу. Ты хочешь помочь? Не, подожди, меня сейчас убьют. Вот надо, вот меня сейчас убьют. Залазь наверх, по лестнице. Ну да, я сейчас тебе залезу. Сейчас из бездны выберусь, а потом залезу. Все, я залез, кстати. Мы остались один на один, серьезно, Паш? Ну как так можно было? Я вас... Даже не знаю. Я вас разочарован. Меня ветром сдуло, тут такой ветер, что ужас. И вы меня разочаровали. Тут так ветер дунул, мне попало в глаз, и все, я споткнулся об камень. Дунул, плюнул и пошел. Геймор. Блин, а вот грустно, что вы еще все стрелы забыли. Ты система не понимаешь, что это такое? Это называется система защиты. А вы не можете подсказывать, где этот чел... Черт лезет. Крест в руки, пошел. Не, он явно что-то... Кстати, это вот, прямо вот возле этого блока доски. Да. Молодец. Чел, хорош. Спасибо. Так, у меня есть план. Блин, а плохой план. Бежать-то некуда. А он серьезно наверху остался? Еще он собирается строить. По фасту, что ли?
Красава. Даже прыгать умеет. Я тоже. Я его на мосту встречу. Где он? Он убежал обратно в башню. Ха, трус, я так и знал. Хм, это, кстати, довольно плохая ситуация. Красота. Все по красоте. Ну, как мастер стратегии в Майнкрафте, конечно, я могу сказать, что я... Ну, вообще, это был первый раз, когда я проиграл в Майнкрафте. Раньше я всегда побеждал. Но ситуация максимально простая, у меня даже есть алгоритм действий. Ты берешь лук, вот, и делаешь выстрел себе в голову, и все, игра заканчивается. Ха, неплохая идея. Интересно. Ну да, он что-то пытается сделать. Он приземлиться хотел. Он, кстати, не совсем дурак, да. Нет, дурачок все. Определенно мудила санина, но что-то понял, что-то я как-то не Блин, авторское право подъехало, нет!